Доброе утро! Не буду долго ходить вокруг да около. Новый вопрос автовладельца. Дмитрий спрашивает, какой штраф предусмотрен за потерю госномеров? И можно ли утилизировать автомобиль без номеров? Ну что ж, приступим к рассмотрению подобной ситуации. В соответствии с правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за утерю государственных регистрационных знаков ответственность не предусмотрена. Для решения вопроса по снятию с регистрационного учета транспортного средства для утилизации автомобиля вам необходимо обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД области. При этом в заявлении на снятие с регистрационного учета указываются обстоятельства утери государственных регистрационных знаков. Тем не менее, ездить без знаков вам категорически запрещено. Если водитель двигается без государственных регистрационных знаков, в том числе без одного из них, предусматривается штраф 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Однако, если водитель своевременно обнаружит потерю, его могут освободить от наказания при условии обращения в ГАИ за выдачей нового номера. Просто прихватите с собой копию заявления из ГИБДД. Будьте внимательны и удачи вам на дорогах!